19 лет он взял в руки оружие и стал участником первой русской революции. Он прошел через тюрьмы и ссылки. А в жандармских сводках получил прозвище «Прямой» за свою стойкость и неукротимость. Он создавал советскую тяжелую промышленность и подготовил страну к самому суровому испытанию в ее истории – Великой Отечественной войне. Григорий Орджоникидзе, который войдет в историю под партийным псевдонимом Серго. Человек, благодаря которому разрушенная и разоренная гражданской войной страна превратилась в одну из самых экономически развитых мировых держав. Октября 1886 года в грузинском селе Гореша в семье обедневшего дворянина Константина Николаевича Орджоникидзе праздновали рождение второго сына, Григория. Однако радость была недолгой. 6 недель спустя мать мальчика Евпраксия Григорьевна умерла. Перед смертью она взяла слово со своей старшей сестры Эки, что та будет заботиться о Григории как о собственном сыне. После похорон тетя Эка и ее муж, состоятельный помещик Давид, взяли мальчика на воспитание. Он стал третьим ребенком в их семье. Здесь, в большой живописной усадьбе, расположенной среди высоких гор и буйной зелени, рос Григорий Орджоникидзе, которого родные и близкие ласково называли Серго. Он с детства отличался неусидчивостью и пылким характером. Проводил много времени на улице. Любил играть с сельскими ребятами в мяч и лапту. Не боялся и вступить в драку, отчего не раз приходил домой с разбитым носом. Но главной страстью Серго стали лошади. Он мечтал вырасти настоящим джигитом. И, несмотря на предостережения старших, рискуя разбиться, часами скакал в горах без седла. По возвращении домой Серго каждый раз старался гордо проехать мимо дома соседской девочки Мзии. Но та, чтобы не выдать своего интереса к юному наезднику, провожала его холодным взглядом. Когда Серго исполнилось 14, он полностью осиротел. Сначала умер отец, потом тетя Эка. Больше ничто не держало его в родных краях. Он отправился в столицу Грузии Тифлис и поступил в фельдшерскую школу. Очень скоро Серго обнаружил, что его новых товарищей интересуют не только медицинские вопросы, положенные им по программе. В фельдшерской школе уже не первый год действовал тайный кружок по изучению социалистической литературы. Здесь Серго услышал о Карле Марксе и Фридрихе Энгельсе, основателях международного коммунистического движения, которое в начале 20 века набирало популярность среди российской молодежи. Большинство сверстников Орджоникидзе ограничивались участием в студенческих сходках и обсуждением нелегальных изданий. В 17 лет он сделал выбор, определивший его дальнейшую жизнь. Серго вступил в РСДРП, Российскую социал-демократическую рабочую партию. Орджоникидзе посвящал работе в партийном комитете все свободное от учебы время. Для начала ему поручили читать лекции рабочим главных железнодорожных мастерских города Тифлиса. Затем доверили работу в подпольной типографии. Здесь Серго часто встречал молодого человека, о котором грузинские большевики говорили с большим уважением. Все знали его под кличкой Камо. Вскоре, по поручению партийного комитета, два подпольщика начали работать в паре. Они распространяли социал-демократические листовки, что в Российской империи преследовалось в судебном порядке.
Но опасность лишь воодушевляла молодого Орджоникидзе. Камо с первых минут разглядел в нем родственную душу и взял его под свою опеку. Камо был от природы наделен большим артистизмом и использовал его в конспиративных целях. Провозя запрещенные грузы, он с легкостью преображался то в представителя знатного княжеского рода, то в уличного торговца, то в обычного студента, чем постоянно сбивал полицию с толку. Серго старался ни в чем не уступать своему наставнику, а тот обучал его методам конспирации. Полиция устроила на распространителей листовок настоящую охоту. В ноябре 1903 года Камо арестовали. Следующим летом попался и Орджоникидзе. Его задержали с целым чемоданом нелегальной литературы. Однако вскоре выпустили за недостатком улик. В январе 1904 года Российская империя вступила в войну с Японией. Однако расчет на скорую победу не оправдался. Неудачи российской армии привели к росту антиправительственных настроений. Января 1905 года 150 тысяч петербургских рабочих, многие вместе с женами и детьми, двинулись к Зимнему дворцу. Они несли императору Николаю II петицию с требованиями немедленных политических и экономических перемен. Однако войска разогнали мирную демонстрацию. При этом погибло более 100 человек. Около 300 получили ранения. Это событие получило название «Кровавого воскресенья» и привело к началу революции. Первая русская революция 1905-1907 годов – серия забастовок и вооруженных восстаний против самодержавия. Общее количество участников волнений составило более 2 миллионов человек. Они требовали расширения гражданских свобод, улучшения условий труда для рабочих, передела земельной собственности в пользу крестьян и ограничения абсолютной монархии. В ходе революции лидеры большевиков и других оппозиционных партий закупали оружие за границей, создавали боевые отряды и прибегали к террору против представителей власти. Их действия частично финансировались японским правительством, которое было заинтересовано в подрыве государственного строя Российской империи, своего военного противника. Осенью 1905 года на Кавказе шла активная подготовка к восстанию. И молодой выпускник Тифлисской фельдшерской школы Серго Орджоникидзе играл в ней важную роль. Он устроился работать по специальности в абхазский город Гудауту. Постоянно разъезжая по округе, Серго совмещал врачебную практику с партийной агитацией среди местных крестьян, ремесленников и портовых рабочих. Уже через месяц ему удалось сформировать отряд единомышленников. К началу ноября революционными выступлениями было охвачено все Черноморское побережье Кавказа, от Сочи до Сухума. Гудаутские большевики во главе с Орджоникидзе объявили свободные выборы в Комитет городского самоуправления и разоружили местную полицию. Однако несколько револьверов, которые они раздобыли, не позволяли выдержать серьезного столкновения с регулярными армейскими частями и казаками. Сухумский комитет РСДРП для помощи восставшим тайно отправил в Гудауту лодку с грузом оружия. На море бушевал шторм. Однако Серго и его товарищам удалось вытащить лодку на берег.
тут, в сотни метров от берега, появился казачий военный отряд. Орджоникидзе и его товарищи арестовали. Оружие конфисковали. Восстание в Гудауте, не успев развернуться в полную силу, было подавлено. Орджоникидзе оказался в тюрьме города Сухума. По приказу тюремного надзирателя большевикам-заключенным назначили самый строгий режим. Их лишили передачи свиданий с родными, запретили прогулки. В знак протеста Серго устроил голодовку. Больше недели он отказывался принимать пищу. Голова отяжелела. Началась атрофия мышц и сильные боли в суставах. На седьмой день он напоминал ходячий скелет. Когда о голодовке узнали на воле, один из друзей Серго обратился к дальнему родственнику, известному грузинскому судовладельцу. Тот проникся симпатией к юноше, который ценит честь дороже жизни, и согласился внести за него залог в 2500 рублей. В то время это была огромная сумма. Власти отпустили Орджоникидзе в его родное селение Горешу под надзор сельского старшины. В Гореше Серго снова увидел Мзию. Девочка, перед которой он когда-то лихо горцевал на коне, выросла настоящей красавицей. Настойчивые ухаживания Орджоникидзе покорили ее. Молодые люди планировали пожениться. Но свадьбу пришлось отложить. Серго считал, что не имеет права оставаться в стороне, пока идет революция. В августе 1906 года Орджоникидзе добыл фальшивый паспорт и отправился за границу, чтобы встретиться с партийным руководством и получить новые инструкции. Перед отъездом он обещал Мзии скоро вернуться. Серго удалось сдержать обещание лишь спустя 5 месяцев. В Тифлисе от своих земляков он узнал, что Мзия ждала его до Рождества. Но потом поддалась на уговоры отца и согласилась выйти замуж за сына сельского старшины. Теперь полным ходом шли приготовления к свадьбе. Серго решил увести любимую из-под венца. Ехать в Горешу было опасно. Орджоникидзе находился в розыске. Тифлисский комитет РСДРП запретил ему покидать город. Но Серго было невозможно удержать на месте. Он скакал всю ночь. До цели оставалось совсем немного, когда на Сурамском перевале уставший конь оступился и рухнул. Орджоникидзе спасся чудом. Утром его подобрали лесные объездчики. К этому времени Мзия уже успела обвенчаться. В те дни первая русская революция шла на спад. Правительство во главе с премьер-министром Петром Столыпиным взяло жесткий курс на восстановление общественного порядка. В августе 1906 года был принят закон о военно-полевых судах, согласно которому дела об организации бунтов и терроризме рассматривались не более 2 суток, а приговор приводился в исполнение в течение 24 часов. К июню 1907 года власти полностью контролировали ситуацию в стране. Забастовки прекратились, волнения утихли. Многих революционеров охватило разочарование. Они потеряли веру в свои силы. В 1911 году лидер большевиков Владимир Ленин решил открыть партийную школу. Разместилась она в 15 километрах от Парижа, в деревушке Лонжумо, в небольшом сарае, в котором раньше находилась столярная мастерская.
Это тихое, уединенное место было выбрано, чтобы не привлекать внимание агентов охранного отделения российской полиции, которые действовали за границей. Одним из слушателей школы стал Серго Орджоникидзе. Всего в ней занимались 18 человек, которые съехались в Лонжимо из разных регионов Российской империи. Им преподавали политическую экономию, историю рабочего движения, литературу, журналистику, государственное право. В августе 1911 года, не дожидаясь окончания обучения, Ленин поручил Орджоникидзе ответственное задание – подготовку Всероссийской партийной конференции. Серго предстояло объехать региональные партийные комитеты от Киева и Харькова до Ростова и Баку и организовать выборы делегатов. Он постоянно менял явочные квартиры и места ночлега. Первый же провал грозил срывом всей операции. И хотя жандармы не раз были в шаге от Серго, ему удалось избавиться от слежки и выполнить задание Ленина. Шестая партийная конференция прошла в Праге в январе 1912 года. Главным итогом Пражской конференции РСДРП стало фактическое разделение российских социал-демократов на две самостоятельные партии – большевистской во главе с Владимиром Лениным и меньшевистской, в которой было несколько лидеров – Юлий Мартов, Александр Мартынов, Федор Дан, Павел Аксельрот и другие. Программа большевиков отличалась крайним радикализмом. Они взяли курс на построение жестко централизованной партийной организации, которая была ориентирована на захват власти и установление диктатуры пролетариата. Серго представлял на конференции Тифлисский комитет РСДРП. В первый же день по предложению Ленина его включили в состав высшего органа управления партией – Центральный комитет. После окончания конференции Орджоникидзе вернулся в Россию. Теперь, когда Серго был не просто одним из множества подпольщиков, а членом ЦК, полиция приложила к его розыску максимум усилий и вскоре вышла на след. В апреле 1912 года Серго находился в Санкт-Петербурге. Он ехал на извозчике, когда заметил, что за ним неотступно следует экипаж. Орджоникидзе сразу распознал в его пассажирах агентов охранного отделения. Извозчик не посмел ослушаться представителя власти и остановился. Серго арестовали. Спустя 6 месяцев осужденного Орджоникидзе, закованного в кандалы, доставили в Шлиссельбургскую крепость, которая находилась на небольшом острове в Ладожском озере у истока реки Невы. Среди всех российских тюрем она отличалась особо строгим режимом. Бежать отсюда не удавалось еще никому. Про Шлиссельбург говорили, кто сюда попадет, будет сломан. В этом мрачном месте, окруженном высокой каменной стеной, за которой не было ничего, кроме воды, Серго предстояло провести следующие 3 года. Кодекс чести профессионального революционера не позволял ему подчиняться требованиям тюремной администрации, даже если это грозило дополнительными наказаниями. С первых же дней Серго демонстрировал свою независимость. Не снимал по команде шапку, не отвечал начальнику тюрьмы и его помощникам «Здравия желаю». За это его регулярно отправляли в карцер, который находился в подвале глубоко под землей. Вместо обеда здесь выдавали кусок черствого хлеба и кружку воды, а спать приходилось на ледяном бетонном полу. В итоге здоровье Серго сильно пошатнулось. Он заболел почечным туберкулезом, начались проблемы с сердцем. Если бы в октябре 1915 года срок заключения не истек, Орджоникидзе, скорее всего, навсегда остался бы на Шлиссельбургском тюремном кладбище.
1 августа 1914 года, пока Орджоникидзе находился в тюрьме, началась Первая мировая война, в ходе которой государство Антанты, так назывался военный блок, в который входили Россия, Франция и Великобритания, противостояли Германии и Австро-Венгрии. Однако война охватила не только Европу, но и Азию, Африку, Северную и Южную Америку. Общее число участников боевых действий превысило 70 миллионов. Около 10 миллионов погибли. Никогда еще мир не видел такого количества жертв и разрушений. Большевики во главе с Владимиром Лениным начали антивоенную агитацию. Они призывали солдат воюющих держав, в том числе и России, направить оружие против собственных правительств. Тем временем Орджоникидзе отправился в ссылку. Это было вторым этапом назначенного ему наказания. По решению суда Серго предстояло поселиться в одном из самых глухих уголков Сибири, в селе Покровском Якутской области, которое насчитывало всего 15 домов. Орджоникидзе был лишен возможности участвовать в партийной работе. Но сидеть без дела он не привык. Врачей в Сибири всегда не хватало, поэтому Серго вернулся к своей гражданской специальности и открыл медицинскую практику. Грузинский фельдшер быстро завоевал расположение местного населения. Он вел прием с раннего утра до позднего вечера, а если больной приехать не мог, сам отправлялся к нему за сотни километров и в дождь, и в снег, и в 60-градусную стужу. Однажды Орджоникидзе пригласили в церковно-приходскую школу, чтобы сделать ученикам прививки от оспы. Поначалу школьники испугались непривычной для этих мест кавказской внешности фельдшера и шприца в его руках. На помощь Серго пришла учительница, 22-летняя девушка с обаятельной улыбкой. Она успокоила ребят. Ее звали Зиной. Она была дочерью местного священника. Вскоре между ними завязался роман. Постепенно Орджоникидзе начал понимать, что не представляет себе жизни без этой девушки. Он сделал ей предложение, но прежде чем получить согласие, предупредил: «Свяжешься со мной, покоя знать не будешь». А тем временем наступил 1917 год. Весной до села Покровского дошли новости из российской столицы. В Петрограде произошла всеобщая забастовка. Она переросла в восстание, к которому присоединились солдаты столичного гарнизона. В ходе февральской революции император Николай II отрекся от престола, а власть перешла к временному правительству. Оно объявило амнистию для политических преступников. Теперь Орджоникидзе мог свободно покинуть Якутию. Дождавшись, когда на реке Лене сойдет лед, Серго и Зинаида добрались на пароходе до Иркутска, а затем сели на поезд. Они направлялись в Петроград, где в те дни решалось будущее страны. Летом 1917 года большевики стремительно набирали популярность. Они обещали в случае прихода к власти прекратить войну с Германией, установить рабочий контроль над заводами и фабриками, а помещичьи земли передать крестьянам. Прибыв в столицу, Орджоникидзе сразу включился в работу партийной организации, став одним из доверенных лиц Владимира Ленина. В конце октября 1917 года Ленин решил, что настал идеальный момент для проведения государственного переворота. В ночь на 25 октября рабочие, матросы и солдаты практически без боя заняли главные пункты коммуникации – почту, вокзалы, телеграф. Под контролем временного правительства оставался только Зимний дворец.
Все это время Серго находился в штабе восстания, который разместился в Смольном дворце, в здании бывшего института благородных девиц. Здесь шла подготовка к штурму Зимнего. Большевики находились в шаге от того, чтобы полностью захватить власть. Но у министров Временного правительства оставалась последняя надежда удержать свои позиции. По их распоряжению к Петрограду приближалось подкрепление – батальон самокатчиков. Самокатчики – военнослужащие велосипедных подразделений русской императорской армии. Действовали в авангарде, применялись в качестве мобильной пехоты. Особенно эффективны были в разведке и при нанесении внезапных ударов по противнику. Вооружались драгунскими винтовками и штыками в ножнах. В 1917 году в русской армии несли службу 6 самокатных батальонов. Если не остановить самокатчиков, почти бескровная революция перерастет в ожесточенные уличные бои с многочисленными жертвами и неопределенным исходом. Ленин поручил провести переговоры проверенному соратнику Серго Орджоникидзе. Через несколько минут тот уже сидел в машине и мчался за город к станции «Новинка». Самокатчики встретили Орджоникидзе враждебно, но все же согласились его выслушать. Тогда Сергов забрался на броневик и начал говорить об исторической важности событий, которые происходят в Петрограде. Поначалу его слова встретили насмешками, потом начали подавать одобрительные реплики. А через полтора часа батальон в полном составе перешел на сторону восстания. В 3:00 ночи, когда Серго уже находился в Смольном, пришло известие о захвате Зимнего дворца. Министры Временного правительства были арестованы. Большевики объявили о победе Октябрьской революции. В первые же дни перед советским правительством стала проблема, которая требовала немедленного решения. Из-за нехватки рабочих рук резко сократились посевные площади. Это привело к продовольственному кризису. На Петроград и другие крупные города центра России надвигался голод. Ленин дал Орджоникидзе новое поручение – наладить поставки зерна и продовольствия из Украины, одного из основных хлебородных регионов. Задача была крайне сложной. Прежде всего, Серго предстояло преодолеть сопротивление украинских властей, которые отказывались подчиняться большевистскому правительству. Прибыв на место, Орджоникидзе немедленно начал разбираться в ситуации. Выяснилось, что руководство Банка Украины в обход распоряжений большевиков не пускает в оборот денежные средства. Миллионы купюр мертвым грузом лежали в сейфах. Новым советским чиновникам было просто нечем заплатить за зерно. Тем временем из Петрограда на имя Орджоникидзе поступали тревожные телеграммы. «Помните, что от вас зависит спасти Питер от голода. Ради бога, принимайте самые энергичные и революционные меры для посылки хлеба, хлеба и хлеба. Ради бога, Ленин». Орджоникидзе вступил в переговоры с банкирами. Однако те отказались подчиниться революционной власти, ожидая, что правительство большевиков вот-вот падет. Серго не оставалось ничего другого, как применить силу. По его приказу руководство банка было арестовано, а уполномоченные чрезвычайным комиссаром команды вскрыли бронированные двери банковских сейфов и хранилищ. Но появление денежных средств еще не решило всех проблем. Нужно было убедить крестьян сдавать хлебные излишки по той цене, что предлагало государство. Тех, кто отказывался вывозить зерно на специально организованные ссыпные пункты, предавали суду, а зерно подвергали конфискации.
Вскоре с Украины отправились первые эшелоны с продовольствием. Зиму удалось пережить. Петроград, Москва и другие крупные города были спасены. Однако на страну уже надвигались новые испытания. Октябрьская революция привела к идейному и политическому расколу российское общество. В 1918 году началась полномасштабная гражданская война. Жестокая борьба между сторонниками советской власти и их противниками охватила огромную территорию. От Украины и юга России до Урала, Сибири и Дальнего Востока. К осени 1919 года большевикам удалось отразить наступление Белой армии на Волге, Урале и в районе Петрограда. Центр противостояния переместился на Южный фронт, где серьезную угрозу советской власти представляли войска белого генерала Деникина. Деникин Антон Иванович, генерал русской императорской армии, герой русско-японской и Первой мировой войн. Один из лидеров Белого движения. В апреле 1918 года возглавил добровольческую армию, сформированную на Дону и Кубани. А в декабре того же года стал главнокомандующим вооруженными силами Юга России со ставкой в городе Таганроге. К осени 1919 года общая численность войск, которые находились под командованием Деникина, составила 270 тысяч человек. Эта огромная сила неуклонно двигалась на Москву в надежде свергнуть большевистское правительство. 23 августа Белая армия взяла Одессу, 30 августа – Киев, 20 сентября – Курск, 30 сентября – Воронеж, 13 октября – Орел. Отсюда до Москвы оставалось всего 350 километров. Одно стремительное наступление, и столица Советской Республики падет. Большевики уже готовились к уходу в подполье и начали эвакуировать правительственные учреждения на север, в Вологду. Центральный комитет партии назначил Серго представителем Реввоенсовета при 14-й армии. Перед армией ставилась задача отбросить от Москвы, а затем полностью разгромить белогвардейцев. Ударную группу составили наиболее боеспособные красноармейские части. Среди них своей железной дисциплиной выделялась дивизия латышских стрелков, которая была сформирована еще во времена Первой мировой войны в императорской армии, а затем перешла на сторону большевиков. Четырнадцатого октября латышские стрелки со штыками наперевес в полной тишине двинулись к месту расположения противника. Вместе с ними в бой шел Орджоникидзе. Он планировал неожиданным ударом прорвать вражеский фронт. Сквозь густую метель противник не мог различить приближение красноармейцев. Для дополнительной маскировки они использовали обычные белые простыни. Когда подошли к расположению деникинских частей почти вплотную, ринулись в штыковую атаку. Белогвардейцы были застигнуты врасплох и начали в беспорядке отступать. Тогда, не давая противнику передышки, в прорыв устремились главные силы 14-й армии.
Вскоре поселок Кромы, который находился на ближних подступах к Орлу, перешел под контроль Красной армии. Это стало первой победой. Но еще важнее было то, что красноармейцам удалось перехватить стратегическую инициативу. Они выдержали ряд ответных атак деникинцев, а затем перешли в новое наступление. Все это время Орджоникидзе оставался на передовой и лично контролировал ход военных действий. Через 5 дней после начала операции, в ночь с 19 на 20 октября, белые без боя оставили Орел и отступили в сторону Курска. После этого Серго телеграфировал: «Москва, Ленину. Привет из Орла. Орджоникидзе». После этого Красная армия перешла в масштабное контрнаступление. К концу 1919 года белогвардейцы отступили на Кубань, а затем были вытеснены в Крым, где потерпели окончательное поражение. В 1922 году большевики подавили последние очаги сопротивления советской власти. Страна возвращалась к мирной жизни. К тому времени Серго Орджоникидзе занимал должность первого секретаря Закавказского крайкома РКПБ. В его подчинении находились все партийные комитеты Грузии, Армении и Азербайджана. Закавказье, наряду с Украиной, Белоруссией и Советской Россией, являлось одной из самостоятельных советских республик, которые возникли на территории бывшей Российской империи. Эти республики имели единую армию, таможню и финансовую систему. Но до 1922 года политический союз между ними не был оформлен. Разработка проекта объединения была поручена наркому по делам национальностей Иосифу Сталину. Он считал, что Украина, Белоруссия, Закавказье и Средняя Азия должны войти в состав Российской Федерации. Орджоникидзе поддержал точку зрения Сталина, своего давнего товарища, с которым он познакомился еще в годы Первой русской революции. Когда подготовленный проект показали Ленину, он пришел в негодование. Советский лидер полагал, что принятие сталинского варианта приведет к привилегированному положению одного народа – русского. По идее Ленина, каждая из республик должна сохранить свой суверенитет и право выхода из Союза. Авторитет большевистского лидера был так велик, что никто не осмелился ему возражать. 30 декабря 1922 года в Москве, в здании Большого театра, состоялся первый всесоюзный съезд Советов. На нем было провозглашено создание нового государства – СССР, в которое вошли 4 равноправные республики – РСФСР, Украинская и Белорусская Советская Социалистические Республики, а также Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика, которая включала в себя Грузию, Армению и Азербайджан. Впоследствии число республик, вошедших в Советский Союз, увеличилось до 15. В начале 1920-х годов в отношениях между Лениным и Орджоникидзе появилась напряженность. Причиной стали не только идейные расхождения, но и горячий темперамент Серго. В то время среди грузинских большевиков кипели острые внутрипартийные споры. В ходе одной из дискуссий Орджоникидзе не сдержался и в ответ на грубое личное оскорбление дал своему оппоненту Акакию Кабахидзе пощечину. О случившемся немедленно доложили Ленину. Владимир Ильич не допускал рукоприкладства и потребовал поступить с Орджоникидзе по всей строгости. В позиции Ленина был политический расчет. Больше всего он опасался, что инцидент с пощечиной
вызовет раскол в партийной организации Закавказья. Тифлисским коммунистам он писал: «Уважаемые товарищи, всей душой слежу за вашим делом. Возмущен грубостью Орджоникидзе. Готовлю для вас записки и речь». Меру наказания еще предстояло определить, но она могла быть любой, вплоть до исключения из партии. Для старого большевика Серго это стало бы настоящей трагедией. И хотя за Орджоникидзе заступился целый ряд авторитетных большевиков, включая Иосифа Сталина, глава советского правительства оставался непреклонным. Зинаида Гавриловна пыталась успокоить мужа, но Серго не находил себе места. Он даже собирался бросить все дела и приехать из Тифлиса в Москву, чтобы оправдаться перед человеком, которого бесконечно уважал и ценил. Но вскоре у Владимира Ильича случился инсульт. Он так и не написал обещанную речь с обвинениями в адрес Орджоникидзе. Практически весь 1923 год Ленин был прикован к постели, а 21 января 1924 года скончался. Новый лидер советского государства Иосиф Сталин взял курс на ускоренную индустриализацию. Чтобы обеспечить свою обороноспособность, СССР должен был в сжатые сроки преодолеть экономическое отставание от Запада. За несколько лет предстояло форсировать рост энергетики и металлургии, построить сотни заводов, создать практически с нуля новые отрасли тяжелой и военной промышленности. 10 ноября 1930 года Серго Орджоникидзе был назначен председателем Высшего совета народного хозяйства, а спустя два года возглавил наркомат тяжелой промышленности. Первое, с чем Орджоникидзе начал борьбу, это бюрократия. По его инициативе было отменено 60 различных налогов с промышленности. Из выступления Григория Орджоникидзе. Вы знаете, что это значит. Высчитай каждый налог, запиши каждый налог, веди отчетность, веди переписку, держи громадную армию чиновников. Было 62 налога, будет 2. В 1929 году в США началась Великая депрессия. Сотни предприятий остановились. Рабочие и инженеры оказались на улице, а владельцы компаний были готовы на все, чтобы сбывать свою продукцию. Орджоникидзе сумел использовать это кризисное время на благо Советского Союза. Американские и немецкие специалисты сотнями приезжали в СССР для работы по контрактам. Под руководством Орджоникидзе закупались технологии, станки и целые заводы. При этом нарком оставался сторонником импортозамещения. Все, что мог производить Советский Союз, он производил сам. За 10 лет страна совершила беспрецедентный скачок в росте промышленной продукции. За это время в строй вступило около 6000 крупных предприятий. Среди них Магнитогорский металлургический, Сталинградский тракторный и Горьковский автомобильные заводы, а также Днепровская гидроэлектростанция, Днепрогэс. Советский Союз, который еще недавно расплачивался золотом за металлоконструкции, теперь производил собственные автомобили, тракторы, моторы. Многих руководителей предприятий Орджоникидзе знал лично, что придавало дополнительную эффективность его работе. Любой специалист, приехавший в Москву, мог с ним побеседовать. Доступ к наркому всегда был открыт. Позже сотни рабочих и инженеров вспоминали, что для них сделал Серго. Он писал письма в инстанции, давал путевки, отправлял учиться. Орджоникидзе удалось превратить отсталую аграрную страну в ведущую промышленную державу,
одного из мировых лидеров в области электроэнергетики, металлургии, машиностроения. К 1937 году Советский Союз вышел на второе место в мире по абсолютным объемам промышленного производства, уступая только США. Среднегодовые темпы промышленного прироста составляли около 30% в первую пятилетку и около 16,5% во вторую. За 10 лет с 1928 по 1937 год объем выплавки чугуна вырос на 439%, стали на 412%. Производство электроэнергии возросло на 724%. Выпуск металлорежущих станков на 2425%, создание автомобилей на 25 000%. По изготовлению тракторов СССР вышел на первое место в мире, по выплавке чугуна – на второе, по производству электроэнергии, стали, грузовых автомобилей – на третье. Орджоникидзе работал в таком напряженном ритме, что его здоровье серьезно ухудшилось. Развившаяся стенокардия, или, как тогда ее называли, грудная жаба, приводила к постоянным мучительным болям. К тому же врачи удалили Серго почку, которая была заражена туберкулезом еще до революции, во время заключения в шлиссельбургской тюрьме. Все больше времени нарком проводил в больницах, продолжая оттуда руководить порученным ему делом. Тем временем между давними соратниками Орджоникидзе и Сталиным росло скрытое напряжение. В середине 1930-х годов по стране прокатилась волна репрессий. Они коснулись целого ряда старых большевиков, которые были обвинены в предательстве и приговорены к расстрелу. Со многими из них Орджоникидзе долгие годы дружил и не сомневался в их преданности. Свой 50-летний юбилей Орджоникидзе встречал на Северном Кавказе, в курортном городе Кисловодске. И вдруг, в самый разгар торжеств, Серго сообщили новость. В Тбилиси арестован его старший брат, председатель торговой палаты Грузинской ССР Папулия Орджоникидзе. Вскоре сотрудники НКВД провели обыск в московской квартире самого Серго. Он воспринял это как личное оскорбление и в негодовании стал звонить Сталину. Тот весь вечер не брал трубку. И только под утро ответил старому соратнику: «Это такой орган, что и у меня может сделать обыск. Ничего особенного». В ночь на 18 февраля 1937 года Орджоникидзе закрылся в своей комнате. Он готовил доклад для предстоящего пленума ЦК. Сталин дал ему понять, что ждет разоблачение шпионов и диверсантов в наркомате тяжелой промышленности. Серго не находил себе места. Несмотря на многочисленные противоречия со Сталиным, он по-прежнему видел в нем своего близкого товарища и крупного государственного лидера, но при этом не мог пойти на публичное обвинение сотрудников своего ведомства, тех, в чьей надежности был совершенно уверен. Зинаида Гавриловна давно привыкла к тому, что муж работает по ночам. С утра она долго не решалась его побеспокоить. К 5 часам вечера приехали гости. Зинаида Гавриловна осторожно постучалась. Когда никто не ответил, приоткрыла дверь и вскрикнула. Серго был мертв. Ему было всего 50 лет. Согласно официальному заключению врачей, причиной смерти стал паралич сердца. Но уже тогда многие были уверены, что Серго застрелился. Среди тех, кто придерживался версии о самоубийстве,
были люди, входившие в ближайшее окружение Сталина и Орджоникидзе. 21 февраля 1937 года в Москве стояла метель. В этот день урну с прахом наркома захоронили у Кремлевской стены под гранитной доской с простой короткой надписью «Григорий Константинович Орджоникидзе». С тех пор прошло много десятилетий. Распался Советский Союз. Но до нашего времени продолжают работать заводы, фабрики и электростанции. Сотни промышленных предприятий, которые были построены под руководством Серго Орджоникидзе.